Знаешь, как готовится зрение замерить. В школе сказали, что у нее зрение село. Еще немножечко. И сразу очки купим новые. Мы в одном месте закупаемся, всей семье. Маришки тоже здесь закупались. Так, все красиво выглядит. Врачи очень добродушные. Ну, Сюшка, ты примерно уже знаешь, да, чего хочешь, какие очки? Угу. Ну, хорошо. Вы у нас... Это шикарно. Зрение все тут смотрят. Сейчас Настя вот там будет сидеть. Последний раз у вас были очки минус 2,5. И с покрытием призал. Да, это который для компьютеров. Вы ставили свою... Да, право брали. Отдельно, там немножко она такая заказана была. Угу. Хорошая. Ясно. Так, Варенька, давайте сейчас получается минус 2,5. То есть, а вот вы сами по себе-то как считаете, у вас линзочки вам достаточные или тяжеловатые? Ага, то есть жалобы на снижение какие-то, да? Сейчас Настя зрение посмотрит. Так, головку прямо. Угу. Вот на руки не надо наклонять. Вот так. Кожаное кресло большое, удобное. То есть полностью все под человеком, там зрачок есть. Перед собой смотрим на воздушный шар в конце в очках ваших. Так, что видно на этой табличке? Верхнюю и среднюю строчку. Верхнюю. Кэше и Б. Ага. А тут все. Да. То есть нижнюю тоже видно, да? Да. Ага, хорошо. Так, а здесь что видно? Так. Где у нас точечка? Кружочки. Кружочки. Так, если видно нижний ряд, называем. ИМСН. Хорошо. Плюшки по краям нет? Нет. А так? Да. Так видно? А, хорошо. Так, ладненько. То есть вот так вот. Плюс и вокруг него 2 круга. Один меньше, как бы больше не тут. Угу. Плюс центре кругов или куда-то? Чуть бокс. Хорошо. А теперь встаньте и походите в этих очках. Насколько вам не будет комфортно? Прикольная такая-то. Мне комфортно. А меня видно? Хорошо? Четко? Я тебя четко вижу. Понятно. На стеночке посмотрите, пожалуйста. То есть, вот как у вас, нет ли там искажения пола, еще чего-то вот такого вот, как-то вот так вот. Я глаза снизу, понимаешь, искажений никаких нет, но вверху такое. Да, такого варианта. Ну, как обычно, немного расплывчато, но это когда новые очки, ты понимаешь, всегда так. Потому что когда верхние очки несла, они тоже сначала как в аквариуме будут. Ага, то есть ощущение как в аквариуме немножко все-таки да. Есть, да? То есть я тут рыбка, да? Да, ты тут рыбка. Да. типа да. Ага, все,
закапываемся, через полчасика еще раз смотримся. Угу, спасибо. Я буду глазки Настя закапывать, чтобы посмотреть уже точно все. Ничего страшного. Я знаю, я не первый раз. Попробовать. Ага, кверху, пожалуйста. Я тебя буду поглаживать. Папа, отстань. Все. Так, Кристина, через 5 минут еще раз, и потом полчасика гуляем. Ну, хорошо. Да, папа. Как, я отчетливо себя... Отчетливо меня видишь, нет? Телефон лови. Ну, такое. В принципе, а руку? Я... Руку, да. Сколько пальцев? 2. Так. Папа, я и без очков вижу, сколько у тебя пальцев. Так. 5. Хорошо. А их 6. У человека 5 пальцев на руке. Нет, наконец. Ну, так. Опусти нижнее веко. Салфеточку держи. Сейчас помогаешь, так чего ты? Моя девочка. На. Куда? Ну, прикольно смотрится. И цвет такой розовенький. А? Нравится. Нравится? Оставим? Давай то, что. Костюмы прикольные. Вообще. Какие больше тебе понравились, или эти? А? А предыдущие какого плана были? Так, вы пошли пока погулять, да? Нет, мы здесь очки берем. Ага. Мы не теряем время зря. Ну, хорошо. Нравится? Угу. То есть вот три варианта, да, отложены, Сюш? Получается. Ну, давай, я не знаю, такого тебя не попробую. Посмотрись. Тоже классно, слушай, тоже молодежно. Ой, вот это, кстати, прикольно. Прикольно? Угу. Тогда, может, остановимся на них, чтобы уже... Больше всех тебе вот это понравилось, да? Угу. Ну, иди, посмотрись. У Наськи купили оправу, и нам еще дали вот чай зеленый и вот такие печеньки, которые Наськи любит, дома покупаем. Вкусно? За что пил успокоить? Глазки болят. Все, оправу мы купили ей. Мы в конце все покажем. Огромная. Кошка, как Лили. Жалко мне Наську. Жалко-то. Не больно глазки капать? В первый раз еще больно было. Сейчас чай заварится зеленый. А очки оправа американская, да? Прикольно. Именно то, что хотела. Все, у Насти прошло время. Сейчас смотрит вот полностью. Смотрит прямо перед собой на воздушный шар. Хорошо, можно выкинуться? Нет. Получается. Ну так, нечетко. Раз, то это нечетко, да? Хорошо. Ну там написано Ж, И, Н, К. Ага. А да? Да, чириться не надо. Это не в наших с вами интересах. Н, К, И, Б, Н. Хорошо, здесь. Ш, И, Н, К, М. Угу. Ой, К, И. Здесь?
И, М, Ш, М. Ага, да, хорошо. Смотрите, пожалуйста, вот на эту табличку. Как комфортнее смотреть? Вот в таком вот, вот варианте? Или вот в таком вот? Вот в таком. Вот в таком, да? Угу. Хорошо. А вот если сейчас так походить не будет, вот такого же вот опять аквариума. Вот сейчас аквариума нет. А вот сейчас аквариума нет. Хорошо. Классно. Классно. Ну, слава богу. И видно, да? Да. Относительно. Походите, пожалуйста. Мне просто нужно, чтобы вы... Ну, как бы вот, немножечко подольше походили вот в этом варианте. Ну, посмотри, все поразглядывай, почитай. Ну, читать мне сказали сегодня, завтра. Так нет, ну просто вот так вот увидишь буквы же все равно? Вижу. Нет, вот вдали на стенке вы видите. Вам будет сегодня очень трудно сосредоточиться на близкое расстояние. То есть чтение, письмо, вот телефон, процентное зрение. То есть если есть спазм, мы его снимаем. Если есть слабость мышцы, мы... ее тренируем. И мы как бы стабилизируем процесс, то есть не даем вот этому вот состоянию резко ухудшаться. Вот. Вернуть зрение до единицы мы можем только в том случае, если, допустим, у человека резкий спазм аккомодации, резкий спазм аккомодации, не хронические напряжения, вот как вот у вас, да, вот связанное там с учебой, там еще с чем-то где-то как-то, а именно вот острый, то есть вот вчера еще все видел, сегодня ребенок глаза открыл, сказал, я ничего не вижу. Сейчас найти, где вот аппарат. Это межцентровое расстояние. Прямо, пожалуйста, перед собой посмотри. Сейчас. Линеечками мерить не комитет. То есть у нас получается один глазик на Стюше поменьше, да? Один глаз чуть-чуть получше, другой похуже. Так, расстояние у вас идет 64. Спасибо. Так, все, значит, так. Ну, еще могу, в принципе, порекомендовать для укрепления сетчатки. Да, для укрепления сетчатки могу порекомендовать пропить препараты магния. Ну, типа магний В6 или магнелис, что-то вот я такое. Я сейчас пью такое же. Ага. Вот, значит, да, по одной таблеточке два раза в день. Какие очки Настя выбрали? Завтра их уже сделают? И легкие, да? Ну, завтра сделаем, только скажите, линзы утонченные, неутонченные вам ставить. Вот такой вот огромный выбор. Все мы купили, в принципе. Просто хотелось показать, насколько очень много здесь оправ. Спасибо большое, всего хорошего. Все, я сейчас покажу, ребят, где это как находится. Мы всегда здесь покупаем. По цене здесь выходит намного дешевле. Вот так вот. То есть мы до этого брали в других. Да, сразу же солнышко, да? Ребят, я Настю возьму за ручку. Это Ленина 10, получается. И у них как раз от всяких гаджетов защита на очках есть. Максимальную взял защиту. Настя, подожди меня. Вот так это выглядит. Настя, тяжело, ребят. Ну, короче, вот получается, да. Получается, вышло у нас оправа 7500, ну, с копейками там. Линзы взяли самые дорогие и утонченные, получается.